Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Ламода сама себя не окупит. Вот туда. Привет, Сильвер. Ты чё, ебнутый? А, вот так вот, да? Окей, работа. Вода! Нифига себе, он бык накачан, у него походу спортик, спортивные штаны. Какой-то он жидкий, но сильный. А чё он меня так попустил вообще? Чё-то я не понял, он просто одним ударом пацана рубанул. В смысле, надо пробежать мимо него? Пора, родной, пора, да-да. Не, ну так-то я его даже не почувствовал, по сути. Блядь, дебил, сука! Андрюха, позолоти карманчик! Вот бы посрать сходить. Успеешь. Блядь, мама, блядь. Андрюша! Андрю! Все. Человека убило. Андрюя не пришел, человек умер. Без тебя не это, не получилось. Ты даже с читами не можешь. Ты че, девка? Не чувствуешь, что у меня там читы-то тю-тю? Какие читы? Это не читы, это хаус-мод. О да. Хаус-мод включил, кредит оплатил. Был бы у меня мах, я бы сейчас, блядь, как бы... Активирует случайная телепортация за 1500 рублей. О! О, ебанат, ебанат, натри, сука. Ты дура, ты чё, сука, конченый? Андрюха обанкротится с тобой, ты же 100 раз будешь проходить. Да-да-да, ерунда. 3D-принтер сам себя не покупает. Так, посмотрим. Блять, ну это все, это по-новому, чел. Тук-тук, блять. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну, прогресс квестов сохраняется, выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Бля, ты меткий, кстати. Да куда ты бьешь, ебаный конь? Насрал. Андрюха, пора рад. Пора рад. О, лупанул так, лупанул, дай половину бомбахнул. Ее так-то реально без читов, ну точнее этого хаос-мода убить можно. Она в принципе несложная. Андрюша, ты где, братишка? Ну видит бог, ты мне необходим как никогда. Пора, родной, пора. О, да. Андрюша! Крик помощи. Пора, пора. Пора, родной, пора. Андрюха не потянул давление.
Андрюха, братан! Ну ты где, родной мой? Крик помощи, как никогда, хпшка на нарежке Олмена. Работай! Боже, какой ты дерьмо. Меня покусал мальчик. Ну ты заебись. Чел, ну ты работаешь не в том чуть-чуть направлении сейчас. Андрюха, ну что ты так себя ведешь-то, а? О да, Андрей, ты меня спас, ебать. Ты очень крутой. Андрюш, ты не хочешь никак извиниться, ну, помочь, хп восстановить, банку прибавить? Может, есть такая мысль у тебя там? Андрюша, все, пацана убивают из-за тебя. Андрюха убил человека, он убийца. Все рушится, стены рушатся, люди умирают, Андрей. Андрюша. Сейчас умрет. Андрей, это смерть на твоих руках. Понял? Света, ты красивая девушка, кстати. Хочешь встречаться? Андрей Поздняков активирует широкий персонаж за 300 рублей. Пора, родной, пора. Сука, он настолько широкий, что в него все попадают теперь. Как говно, ё... Ёбаный. Это именно то, что сейчас нужно. Спасибо. Об этом все мечтали. И именно это ты сделала, Света. Пора, родная, пора. Чё ты, блядь, лазишь, женщина? Света активирует бесконечная стамина за 250 рублей. Блядь, скорости бы ещё. Додавим женщину, посудомойку, а? Додавим ее за наше мужское братство, за нашу справедливость и правду, за вечный закон мужской. Вечно мужчина всегда... О! Андрюха, твой выход! Бессмертие, родной, работаем! Стамины бы еще человеку. Пора, родная, пора. Все. Все, да? Работаем. Света и Андрюха, великое дуо. Вы что, обидно, да? До свидания. Андрюха, готовься, вторая фаза не за горами. На нами есть обнулить уровень за 9999 рублей. Че, блядь? Ты чё? Пошёл нахуй, школьник. Тупари, блядь. Сука, блядь, блядь, уроды, блядь. Тупары, блядь! Пожелай сладости всех сил, пытается сделать вид, что он в ярости и ни капли не рад мамонту с 10к. Урод ебаный, ладно, телепорт, я бы еще как-то понял. Ну сука, обналить персонажа до первого уровня, это обналить игровой процесс. Ну не думал, что это вообще кого-то в голову придет. Первый уровень, пошел ты нахуй! Я прям сейчас перезахожу в игру, если там нолевик у меня.
Я тебе сказал, Тёмочка. Понял? Просто, сука, ты ж додумался, падла. Просто, пора было, сука. Просто пора. Нет, не пора. Я сейчас посмотрю, ты сейчас ничего не сделал, по сути. Ну-ка, давай посмотрим. И сейчас долевик будет, это пизда, я не знаю. Я сейчас тогда буду его как-то поднимать, пытаться. Блять, походу пизда. Ёбак, блять. Ты чё, конченый? Ты убил меня. Я тебе сказал, я буду сам себе поднимать его донатом. Я не хочу действовать так, как хочется тебе. Вот, повысить уровень. Тест Крикс активирует повысить уровень за тест Крикс. Отсосёт. Заебёшься, клоун. Тест Крикс активирует повысить уровень за 399 битсов. Да? Что там у тебя с лицом-то? Ой. Ой-ой-ой, что-то я повышал. Нет. Ты вор. По кличке жопа. Какой там был? 34-35. Тест Трикс активирует понизить. Тест Трикс активирует понизить. Тест Трикс активирует понизить уровень на 1 за 399 битсов. Я сказал, сука, все должно быть по чесноку. Да, считается. Угу. Что? Считается, сука. Угу. Да? А ничего, что считается. По честному все. Модераторы, поддержите, а то это беспредел. В смысле верни деньги? А в чем я не прав? А, то есть вы предлагаете сбросить уровень на единицу? Я тогда не буду играть в игру. Ну какой смысл, блядь, играть в игру на первом уровне? Чел, ты что, ёбнутый? Как в нее играть? Это первый уровень, чел, ты что, ёбнулся? Мне по сути игру по новой проходить надо. Он убил игру полностью, Гейминг Офф. Чисто гамеловер, блядь. А, качаться должен идти человек, да? Я не мог убрать эту возможность ебаную. Она не отключается в хаос-моде, понимаешь? Я поставил там самый максимальный, там, 4 девятки донат на нее. Ее нельзя было из хаос-мода убрать, там не убираются они. Там только сумму максимальную поставить можно было. Я ее поставил максимально, не думал, что тот там, ну пиздец. Там нельзя просто взять и удалить функцию, эту возможность в хаос-моде. Валера, это золотая жила, подумай, будешь качаться так всегда. А, в натуре, ладно. Тогда сейчас по новой качаться, по новой. Сейчас я тогда до сегодня докачаю, до 34-го, завтра на этого босса пойдем. Дед, выражаю мнение всех элдов, ты если не хочешь такой хаус-трик, убери его и открой ща хаус и посмотри, там галочки стоят, либо верни бабки, донатеру, тебе же никто вообще донатить не будет, не наглей. В смысле, там нету галочек? А, блядь, в натуре есть, вот это, тут есть отключение, сука. А я смотрел в другую сторону, блин. Пиздец я еблан, блядь. Человек играет. Ну что ж, будем поначалу проходить эту игру по новой. Это так забавно. Так, а где качаться? Ах, самое начало, это какой телепорт? Кто хочет помочь мне поднять уровень, можете задонатить на повышение уровня. Кому не сложно, пожалуйста, помогите прокачаться. Поэтому да, как обналить, так и поднять можно без проблем. Поэтому спасибо. В смысле я пройти не могу? Я уже прошел, мне чел уровень убил. Деда, его 10 тысяч рублей отняли у тебя, грубо говоря, 40 лвлыв, значит, один уровень стоил 250 рублей. Ставь 250 рублей за поднятие уровня, будет справедливо, полноценное мнение элдов подтверждает. Ну, кстати, да, тут ты прав. Я тоже так прикинул, хуй к носу и подумал. Как ты заебал? Неужели тебе мало денег?
Ты не можешь просто поиграть в игру? Обязательно нужно эту хуйню с донатами устраивать. Какой ты мерзкий уебан стал. Вместо атмосферы на стримах нытье на донаты. Ты долбоеб что ли? Я ничего не выпрашивал, просто поставил, и все. На ваше усмотрение, я никакие донаты не прошу у вас. Вы сами донатите, я что, прошу вас что ли донатить? Я играл на чили на расслабоне. Вот здесь ты говоришь, типа, убивать их или что? Паубрик активирует повысить уровень за 250 рублей. О, спасибо, братишка. О, попёрло. Спасибо. О, 9 наха у деда. Нормально, сейчас попрёт. Ну, сейчас попрёт. Хитры будут попущены. Ламода сама себя не окупит. Казатки есть. Ну, нахуй тоже не радует. Я хотел дальше играть и всё это такое. Смотреть, что там дальше будет. Ну, блядь, увы, так получилось. Ну, сам виноват, чё? Ничего страшного. Верну обратно уровень, мой косяк, да. Бывает, чё. Да, бывает, родной. Бывает, да. Сам, давай, блядь. Чё с ебалом, спроси у них. Там нормально всё. Насрали на лицо собаки. О, да, вот это прекрасно. Не, ну а как? Откуда пауки тут взялись, ребята? Забей на нежных школьников. Вот тебе на поднятие уровня. У кого минус, а кого топ-плюс. Спасибо, братишка. Для особых ов, загуглите, что такое донат. Где ты лучший. Спасибо, братишка. Кухидоны ебаные. Поколение отбросов. О, спасибо, 26-й уровень. Спасибо, братишка. Сейчас вас еще одного. Покачайся в другом месте. Да ебаный твой рот. Рублей. Козлина, а. Опять, сука, начинаешь, а? Ух ты, а где это я? Я тут даже не был. Ля, сука. Заварить вкусный чай, залить лапшу для быстрого перекуса или нагреть воду, чтобы в дальнейшем приготовить смесь ребенку. Без электрочайника эти процессы не были бы такими простыми и удобными. Чё ты, блядь, скинул чайники там, из пластика легкие и нетребовательные в уходе. Ой, они отличаются боже разнообразием цветов и дизайна, но могут пахнуть химией сами и передавать этот запах в воде. Металлические устройства прочны, солидно выглядят и быстрее кипятят воду, но их поверхность сильно нагревается. Из-за этого легко обжечься. Но двойные стенки помогут избежать неприятностей. Следует учитывать, что на полированной поверхности металлических чайников отпечатки пальцев заметны сильнее. Стеклянный материал самый экологичный, потому что вода при кипячении не взаимодействует с вредными веществами. Это скажи мне, пожалуйста. И легко очищается с поверхности. Керамические модели тяжелые и очень хрупкие. Ты из-за дебил толстых стенок они долго сохраняют тепло и довольно тихо работают. Нахуй мне чайники, ты чё, натурин, нам сейчас перекольцал ловил или чё? Спасибо. Спасибо, родной, блядь. У меня уровень повысил. Спасибо, моя хорошая. Ого, сколько ты мне уровней поднял. Спасибо большое. 37 уровень у меня. Спасибо, родное. Что с ебальником, понижальщик уровней? Ну-ка, где ты есть? Давай фотку своего лица сейчас. Ты чё? Ну чё ты? А? Спасибо, братишка.